Я волшебник, дед всевет, мне в обед всего 100 лет. Сказку начинаю, в гости приглашаю. К тем, кто сделал все дела, сказка в гости пришла. Баба-Яга и Жихарь. Русская сказка. Жили кот, воробей, да жихарька третей. Кот да воробей пошли дрова рубить и говорят жихарьку: «Домовничай, да смотри, ежели придет яга-баба, да станет считать ложки, ты ничего не говори, молчи». «Ладно», — ответил жихарь. Кот да воробей ушли, а жихарь сел на печь за трубу. Вдруг является яга-баба, берет ложки и считает: «Это котова ложка, это воробьева ложка, третья жихарькова». Жихарь не мог стерпеть, закричал: «Не тронь, яга-баба, мою ложку!» Яга-баба схватила жихаря, села в ступу, поехала. Едет в ступе, пестом понужает, а помелом следы заметает. Жихарь заревел: «Кот, беги, воробей, лети!» Те услышали, прибежали. Кот начал царапать ягу-бабу, а воробей клевать. Отняли жихаря. На другой день стали опять собираться в лес дрова рубить. Заказывают жихарю: «Смотри, ежели будет яга-баба, ничего не говори, мы теперь далеко уйдем». Жихарь только сел за трубу на печь, яга-баба опять появилась, начала считать ложки. «Это котова ложка, это воробьева ложка, это жихарькова». Жихарька не мог утерпеть, заревел: «Не тронь, яга-баба, мою ложку!» Яга-баба схватила жихаря, потащила, а жихарь ревет: «Кот, беги, воробей, лети!» Те услышали, прибежали: кот царапать, воробей клевать ягу-бабу. Отняли жихаря, ушли домой. На третий день собрались в лес дрова рубить, говорят жихарю: «Смотри, ежели придет яга-баба, молчи, мы теперь далеко уйдем». Кот да воробей ушли, а жихарь третей уселся за трубу на печь. Вдруг опять яга-баба берет ложки и считает: «Это котова ложка, это воробьева ложка, третья жихарькова». Жихарь молчит, яга-баба вдруг орять считает: «Это котова ложка, это воробьева, это жихарькова». Жихарь молчит, яга-баба в третий раз считает: «Это котова ложка, это воробьева ложка, третья жихарькова». Жихарька не смог стерпеть, забазлал: «Не тронь мою ложку!» Яга-баба схватила жихаря, потащила. Жихарь кричит: «Кот, беги, воробей, лети!» Братья его не слышат. Притащила яга-баба жихаря домой, посадила в голбец, сама затопила печку. Говорит большой дочери: «Девка, я пойду в Русь, ты изжарь к обеду мне жихарька». «Ладно», — та говорит. Печка истопилась, девка велит выходить жихарю. Жихарь вышел: «Ложись на латку», — говорит опять девка. Жихарь лег, уставил одну ногу в потолок, другу в наволок. Девка говорит: «Не так». Жихарь бает: «А как? Ну-ка поучи». Девка легла в латку. Жихарь не оробел, схватил ухват, да и пихнул в печь латку с Ягишиной дочерью. Сам ушел опять в голобец, сидит, дожидается ягой бабы. Вдруг яга-баба прибежала и говорит: «Покататься было, поваляться было на жихарьковых косточках». А жихарь ей в ответ: «Покатайся, поваляйся на дочерниных косточках». Яга-баба спохватилась, посмотрела, дочь ее изжарена, и заревела: «Ах ты, мошенник, постой, не увернешься!» Приказывает средней дочери изжарить жихарька, сама уехала. Средняя дочь истопила печку, велит выходить жихарьку. Жихарь вышел, лег в латку, одну ногу уставил в потолок, другую в наволок. Девка говорит: «Нет, не так». «А поучи, как?»
Девка легла в латку, жихарь взял, да и пихнул ее в печь. Сам ушел в голобец, сидит там. Вдруг яга-баба. Покататься было, поваляться было на жихарьковых косточках. Он в ответ. Поваляйся, покатайся на дочерниных косточках. Ягишна взбесилась. Постой, говорит, не увернешься. Приказывает молодой дочери изжарить его. Но не тут-то было. Жихарь и эту изжарил. Яга-баба пуще рассердилась. Погоди, говорит, у меня не увернешься. Истопила печь, кричит. Выходи, жихарька, ложись вот на латку. Жихарь лег, уставил одну ногу в потолок, другую в наволок. Не уходит в чело. Яга-баба говорит. Не так, не так. А жихарь будто не знат. Я, говорит, не знаю, поучи сама. Яга-баба тотчас поджалась и легла в латку. Жихарь не робел, взял, да ее и пихнул в печь. Сам ступай домой, прибежал, сказывать братьям. Вот чего я сделал с бабой Ягой. Вот и сказочки конец. А кто слушал, молодец.